Здорово всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я зашел на аккаунт одного китка. И, ребята, вы не поверите, потому что прямо сегодня я постараюсь его исправить и, говорится, направить на путь истинный. Ну а перед началом данного ролика хотел бы вам разыграть нож, бабочку, Dragon Glass. Чтобы получить, тебе надо первое поставить лайк, подписаться на мой канал. Во-вторых, написать либо хороший комментарий, плюс 100 ID. И третье, самое главное, посмотри все видео без единой перемотки от начала до конца. Всем желаю удачи. На GG следов вышло свежее обновление, добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп, обновили сам сайт и группу ВК. Также добавили бесплатные подарки за пополнение, просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% пополнению. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG следов — мой выбор. Дим, я знаю про тебя всю правду. Это правда то, что ты кидок? Скажи просто, да или нет? Ну, было такое, но сейчас я уже... А почему ты обманул? Скажи просто, почему ты обманул? Зачем такое делать? Я хотел себе накопить на нож. А если я тебе подарю нож, ты можешь дать слово мужика то, что ты никогда в жизни никого не будешь кидать? Обещаю. 5 minutes later. Ну что же, дамы и господа, всем большой привет, Кента пока на проводе, и только что я зашел на аккаунт китка, у него даже ник «Коплю на нож», мечта этого парня — нож. Он мне сказал то, что он очень сильно себе хочет нож, бабочку, легаси, и поэтому, ребята, прямо сегодня любой ценой мы постараемся ему выбить данный нож, тем более данный парень пообещал нам то, что он исправится и никогда в жизни больше не будет никого обманывать, это самое главное. Ну что же, дамы и господа, а теперь давайте-ка посмотрим, что же есть интересненького на этом аккаунте. Первое, что вижу, ник «Коплю на нож», старый ID, то есть мы понимаем то, что парень очень сильно хочет нож, и по всей видимости он готов даже плюнуть на свои моральные принципы. Ну, ребятки, смотрим дальше, я очень надеюсь, что он исправится, и хэштег «Исправься, кидок». Так, ну что, ребят, смотрим его КД. КД 1.16, ранг мастер, лучшее звание элита, то есть, как мы видим, парень далеко не промах, и играет очень даже хорошо. Мне очень интересно посмотреть, какое же у него общее время в онлайне. А у него общее время в игре 482 часа. Я скажу так, это очень даже неплохо, КД 1.93, то есть парень явно играет неплохо. Ребят, я хочу посмотреть, как же он играет в ММе. Ради интереса, так, заходим, и что же мы видим? А, он еще бустится? Обалдеть, неужто он бущенный? Обалдеть. А, вот тут, ребят, уже честная игра. Он играл на первом месте, но парень красавчик, он играет, я смотрю, очень даже неплохо. Он отыгрывает все время на первые места. То есть, хоть он и кидок, но, тем не менее, играет он вроде бы как неплохо. Да, он не бущенный, то есть, это реально его звание. Ребятки, он состоит в клане Крэм, скорее всего, это клан моих подписчиков, потому что у парня ник Кентоп. Ребят, посмотрите, Кентоп, большое спасибо, мне очень приятно то, что вы меня называете топом, но я очень надеюсь, то, что никто с этого клана никогда никого не кидал. Ребята, если этот клан хороший, кто что о нем знает, пишите, пожалуйста, мне в комментарии. Так, ну что же, а теперь давайте-ка посмотрим его личное сообщение. Мне очень интересно посмотреть, что же тут написано. Давайте прокачай, пиши логин. Ну как так? Ну, дружище, ты же мне пообещал. Но это было до того, как он пообещал, поэтому нормально. Блин, ребят, посмотрите, хочешь ку, хочешь прокачку. Я просто в шоке, посмотрите. По всей видимости, он просто, не знаю, пытался обмануть всех, кого только можно. Но я скажу так, я очень надеюсь, что это его прошлое. И, ребята, просто запомните его ID. Если кого-то из вас он когда-либо обманет, пишите мне, я с ним лично разберусь. Но надеюсь, что больше никого обмана не будет, тем более вы все знаете о нем. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, увидим его инвентарь. Ну что же мы интересненько видим в инвентаре? АКР Treasure Hunter, ничего себе, сказал я себе. И даже, ребята, посмотрите на этот замечательный брелок Аркану. Нифига себе, он блатной. Но, к сожалению, ножа реально у него нет, ребят, посмотрите, ножа-то реально нету, куча энкомона, куча комона, куча всякого дерьма, но, к сожалению, нету нормальных скинов, ребят, и, конечно же, сегодня я, получается, прокачаю китка, поэтому, ребята, прямо сейчас я выставлю его скин, ну, давайте, например, Фомас Аутумн, поставим его за 1000 голды и купим ему 8 кейсов и постараюсь ему выбить нож, но даже если мы ему не выбьем нож, то я лично от себя ему подарю нож-бабочку, потому что, ребята, я против кидалова, и лучше вы будете мои
моим подписчикам, я вас прокачаю, чем будете китком. Поэтому, ребята, если думаете стать на сторону зла, лучше подпишитесь на мой канал, поставьте лайки, я вас прокачаю, возможно. Ну что же, ребята, прямо сейчас я покупаю его скин, вот я уже нашел аватарочку. Покупаю и опа-на, у нас с вами есть 1000 голды. Так, ребят, вот я купил только что с телефона, почему-то рынок подвисает. Все, голда пришла, и мы прямо сейчас покупаем 8 кейсов, и я очень надеюсь, что мы выбьем ему нож. Но если мы нож не выбьем, то Кента ПК подарит нож от себя. Так, ну что же, берем 5 фейбл кейсов, потому что он говорил, что нож бабочки твой любимый нож, и 3 фуриес кейса, потому что керамбиты очень крутые, и с них часто падает годный дроп. Ну че, ребята, ахалай, махалай, фуриес кейс начинай. Ничего себе я рифму придумал. Ну что же, мужики, делаю буст на керамбит Драгонглэс, делаю буст на керамбит Клау, нажимаю волшебную кнопочку открыть, и сейчас произойдет чудо. Он получает Фомас Бигл. Ну, скажем так, мы только что Фомас Бигл продали, теперь Фомас Бигл выбили, ничего страшного. Круговорот скинул в природе. А обратно Фурес Кейсик. Блин, ребят, ну я, честно говоря, очень сильно хотел бы выбить Керамбит Драгонглэс. Ну, вот знаете, вот я сужу как по себе. Мне этот скин нравится гораздо больше, чем нож бабочка. Какой же он классный. Так что, ребята, давайте, хэштег нож бабочка бывшему китку. Ой, какой нож бабочка. Блин, какую-то хрень сказал. Так, ребят, открываю очередной фурис кейс. Это уже последний фурис кейс. Нам очень нужен керамбит, притом любой керамбит. Да нам нужен даже любой аркан. У него вообще нет аркана. Одна аркана, только это АКР Трэжер Хантер. И все, больше ничего нету. Давайте, ребят, я думаю, он будет рад реально любой аркане. Тем более, все это для него очень неожиданно. Все это для него очень... круто, ему падает М4 Pro. Даже не статрек. Ну, ребят, ну разве так можно? Ну разве это нормально по-вашему? Так, ну что же. Осталось 5 фейбл кейсов. Но вот сейчас нож бабочка от Легаси. Хочу Легаси. Легаси, 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 ребят. Ловим Легаси силой мысли. И нам падает UMP-45 Серберус. Но это не совсем Легаси. Так, ребят, 4 кейса. Вы знаете, я еще делал буст раз. Делал буст 2. И, по идее, сейчас какой-то нож должен выпасть. Вот сейчас мы посмотрим, насколько он везучий. Аркана! Аркана! Да ты что? М4 самурай! Опупить, ребят, сразу применяем. Я скажу так, он однозначно будет очень рад, потому что это у него вторая аркана. Блин, это реально очень круто. Так, ну что же, открываем дальше. Я скажу так, я уже начал верить чудеса, потому что уже одна эмочка самурай выпала. Открываем кейсик дальше. И что же нам с вами выпадает, дамы и господа? Она выпадает UMP-45 Cerberus Statrek. Да, Statrek, слушайте, ребят, ну, я скажу так, реально падают нормальные, хорошие скины. Осталось ровно 2 последних кейса. И походу кенту придется тратить свою голду. Ну что же, 3, 2, 1... Поехали, 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 ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ну, ребят, ну как так-то? Это же не аркана! Так, ребят, последний кейс просто. Пожалуйста, кейс фейбл, сэконом мою голду. Ну что же, 3, 2, 1, поехали! Ох, ребят, мне больно на это смотреть, и что же падает? Легендарка, Эмпа Семлич. Ну, ребят, тоже нормально. Ну что же, вот такой вот у нас инвентарь. Ну а прямо сейчас, через секундочку, вы увидите нож, который купил Кент АПК. И мы посмотрим на его реакцию. 5 minutes later. При помощи небольшой магии и 3500 голды мы, ребятки, купили нож бабочку Легаси. Ну что же, а прямо сейчас мы позовем этого парня. И я очень надеюсь, что он нам даст свое слово, то что он никогда в жизни никого кидать не будет. Потому что зачем кого-то кидать, если Кент ПК может вас бесплатно прокачать? Вам-то всего лишь надо поставить лайк, подписаться на мой канал и подписаться на мой инстаграм. Ну что же, зовем этого парня в дискорд. 5 minutes later. Ну чё, приветик, ты готов к небольшому сюрпризу? Привет, да. Но скажи мне, пожалуйста, перед этим, представь то, что у тебя на аккаунте, ну, к примеру, появился бы нож. Ты бы перестал бы быть китком, скажи только честно. Обязательно. Ты даешь слово мужика то, что никогда в жизни, даже если у тебя не было бы ножа, ты никого не будешь кидать? Да. Хорошо, я тебе прямо сейчас включаю демку. Так, все, все, смотри, это твой новый инвентарь. Спасибо тебе большое, я... Братан, я тебе скажу только одно, пожалуйста, никогда никого не кидай, ты можешь написать мне в личку, написать мне в инстаграме, и, возможно, именно ты попадешь в прокачку, самое главное, быть подписчиком моего канала. Ну что ж, дамы и господа, на этом, в принципе, все, с вами был ваш Кентуха, мы исправили одного китка, сделали мир чуточку добрее, всем удачи, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, напишите любой хороший комментарий, и обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что именно там я прокачиваю. Всем удачи, всем пока!